Поддержка малого и среднего предпринимательства – это одна из ключевых задач для любого муниципалитета. И в Одинцовском районе этой теме уделяется большое внимание. Сейчас большое внимание уделяется губернаторам Подмосковья Андреевичу Воробьеву поддержке как раз среднего и малого бизнеса. Мы со своей стороны тоже делаем все, что в наших силах, и получаем заявки, их обрабатываем, и предоставляем помещения и проводим определенные льготы для социально ориентированного бизнеса. А теперь подмосковные бизнесмены одними из первых в стране могут обратиться в МФЦ для получения информации о недвижимости, которую можно использовать для предпринимательства, об участии в торгах, формах и условиях финансовой поддержки, предоставляемой регионам. Это стало возможным благодаря заключению соглашения с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства региона. Мы полностью поддержали инициативу федеральную, Министерство экономического развития, по открытию отдельных окон, которые работают именно в таком консультативно-справочном режиме. Поиска решений, предложений, значит, для конкретных наших предпринимателей. Одинцовский МФЦ в качестве пилота был выбран не случайно. Одинцово один из наших лучших МФЦ, имеет всю, как видите, необходимую инфраструктуру, уже зарекомендовал себе как успешная работающая структура, поэтому здесь мы решили начать пилот. Бизнесмены смогут получить 58 новых услуг, 13 из которых относятся к федеральному, 20 – региональному, а 25 – к муниципальному уровням. К числу наиболее востребованных относятся услуги, связанные с транспортом, строительством и налогами. В начале июня специальные окна появятся в МФЦ еще 9 муниципалитетов Московской области. Предполагается, что новые услуги помогут убрать административные барьеры для бизнесменов и в перспективе приведут к созданию новых рабочих мест на территории. Дарья Киреева, Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».